Люблю! Муж! Рада! А, хорошая! Рада! 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 Хорош, Ярик, хорош! Жура! Жура!
Меняй, меняй, Миша! Миша! Страховка, она не! Андрей, Жури! Жура! Не надо с ним, тебе он поуже играет. Где опасней? Василий, десяточка, Миша! Егор Ананев, князь, спроси у него, ну попроси, ты лицом находишься рядом. Ну что он валк выбивает? Общайтесь между собой. В составе команды ЦСКА произошла замена. Вместо Владислава Кухровского, игравшего под номером 11, в игру вступил Руслан Славин, номер 18. Повернулись, постой. Слушок, повернули. В центре, компактнее. Тема, первый, Тема.
Хорош, Ваня. Не толкай! Первый мяч в затылок, вы стоите рядом, не смотрите. Сидя, пожалуйста, Косов, мяч у вратаря высели глубоко, и здесь в середине дыра у нас. Ты что, снимайтесь выше. Ну что стоит, сейчас замерзнете, не стойте. Смотри, вперед!
Хорошо, принимай, коллег, спокойно, коллег. Догони, вы договорились? Догони! Степ, ближе, ближе, степ! С двух сторон! Смелее, Кирилл, смелее, Кирюха! Ты нападаешь. Да-да-да, смелее, смелее. В серединочке, Миш, Василий, подстраивайтесь. Ваш треугольник, Миш. Богдан. Давай. 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 Давай.
Один на минус мешать, беда. Планировочку мешать. Тут не вратарю мешать. Успеваем, успеваем. Сок, дальнее. Сзади! Опустите, опустите! Выходи, Сок! Давай, давай, рух! Рука! Пошли за спину! Сзади, сзади, сзади! Давай, давай, расслабь! Спокойно, Вадик. Спокойно, Вадик. Подвигай его. Да, отлично. Хорошо, до конца. С двух сторон. Еще, еще, еще. Отжимай, отжимай. Отжимай. Смещаемся. Движка. Поступ, движка, середину. Двигай, двигай. Один, один, вперед. Хорошо, давай. Плотнее. Ну, блин, что за... Давай, что я замену. Молодцы, молодцы. Косов, плотнее, плотнее изначально, а не когда он уже бьет. Мишик, отстань, там проигрываем середину. Составе ЦСКА произошла замена. Вместо Дмитрия Горленко, игравшего по номерам 10, в игру вступил Богдан Синещёкин, номер 15. Ничего, 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 здесь стоишь, стеночка. Давай, давай, играй.
На мяч смотри! Пастук, скорость! Пастук, скорость! Скорость, пастук! Ваня, Ваня, Ваня! Бежай, Ваня! Беги, беги, беги! Ваня! Журин! Поля! Вы не поднимутесь! Чисто! Здесь, 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 Ваня! Основное время финального матча Кубка Москвы имени Роберта Фульза среди команд «Спартивный школ» 2006 года рождения между командами ЦСКА и «Спартак» завершилось в ничью 0-0.
Согласно регламенту, победитель будет определен в серии после матча в пенальти.